Ассаламу алейкум, курметы курмендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Карагандинская молодежь не забывает ветеранов и чтит память погибших в Великой Отечественной войне. Широко отпраздновали День Победы в Бухар-Шираусском районе, в поселке Кокпекте. Произошел прорыв плотины на водохранилище Койбас. Вечный огонь, 10 часов утра, минута молчания. Каждое 9 мая мемориал «Вечный огонь» становится местом поклонения подвигу солдат, павших в Великой Отечественной войне. Аким области Бельгазы Кусаинов в День Победы возложил цветы к мемориалу, отдавая дань памяти погибшим солдатам. После церемонии возложения цветов следовал праздничный парад. Военнослужащие прошли строем, отдавая честь ветеранам. Потом с речью выступил глава региона. Он сказал теплые слова в адрес присутствующих ветеранов и поблагодарил их за то, что они сделали для мирной жизни. Мы осознаем также, что без вашей победы и жертвенности не состоялись бы и независимость сегодняшнего нашего Казахстана. День 9 мая для нас это не просто знаменательная дата или страница истории. Это символ нашей гордости и памяти. В заключении всех пришедших ждал еще один парад, но уже немного другого рода. Всем желающим были представлены ретро-автомобили. Марки машин послевоенной, а также военной эпохи были выставлены для всеобщего обозрения. Александр Крылов, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Празднование Дня Победы продолжилось в Парке Победы на Юго-Востоке. Специально для парада была перекрыта дорога. Программа была организована так, чтобы каждый пришедший в парк карагандинец мог окунуться в атмосферу Великой Победы. Здесь была и полевая кухня, и инсценировка на военную тематику, и демонстрация военного оружия и техники. В Парке Победы в этот день развернулось настоящее военное представление. В одном углу проходили инсценировки на военную тему, в другом вовсю работала полевая кухня, где каждый мог отведать гречневой каши и выпить фронтовые 100 грамм. В военных палатках для ветеранов был организован праздничный обед, куда заглянул аким области Бельгази Кусаинов и поздравил собравшихся ветеранов с Великой Победой. В парк прибыла колонна машин военной и послевоенной эпохи. В организации праздника участвовала инициативная молодежь. Встречали и провожали ветеранов парни и девушки из Альянса студентов Казахстана. От имени Республиканского студенческого движения Альянс студентов Казахстана по Карагандинской области поздравляю всех с великим праздником, с Днем Победы. Уважаемые ветераны, жители города, желаю всего наилучшего, счастья, здоровья, долголетней жизни, чтобы все в этой жизни у вас было хорошо. Когда-то вы подарили нам сегодняшний день. Атмосферу праздника поддерживали коллективы художественной самодеятельности, которые пели и танцевали для собравшихся горожан и ветеранов. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Карагандинская молодежь также не забывает ветеранов и чтит память погибших в Великой Отечественной войне. 9 мая по улицам нашего города растянулась многокилометровая автоколонна. Автопробег был организован ко Дню Великой Победы нашими карагандинскими автолюбителями. Самоорганизовавшись с помощью социальных сетей, участники автопробега, не раздумывая, поддержали идею проехать по городу и напомнить карагандинцам о значимости Дня Победы. Ну, мы решили организовать автопробег в честь 9 мая, чтобы люди не забывали, что это действительно важный праздник, что наши предки отдавали свои жизни за нашу свободу. Вот. Сегодня мы объедем весь город и покажем людям, что мы до сих пор ценим и помним их подвиги. На 67-е празднование Дня Победы автолюбителей собралось куда больше по сравнению с прошлым годом. Тогда поучаствовать в автопробеге пожелали всего 15 машин. Последние приготовления, и можно отправляться в путь. Каждая машина оформлена специальным логотипом, который разрабатывали организаторы. Для автопробега разработали специальную символику, это логотип 9 мая автопробег. Вот, и разработали несколько надписей: «Ни шагу назад», «С Днем Победы», «Россия из Берлина». Вот. Надеемся, такой символики с каждым годом будет все больше и больше, и все интереснее и интереснее. Автоколонна, водрузив красные флаги СССР, растянулась на много километров по дорогам шахтерской столицы, а изумленные пешеходы приветственно махали руками. Более 50 машин, свыше сотни участников автомобильной колонны по центральным улицам нашего города. Таким образом,
Организаторы решили почтить память участников Великой Отечественной войны. Прибыв на мемориал Вечного огня, участники автопробега возложили цветы и вручили ветеранам подарки. Мы участвуем в автопробеге, посвященному великому празднику. Спасибо вам за победу. Всего вам хорошего, здоровья, счастья, успехов. Будьте счастливы и здоровы. Спасибо. Маршрут автопробега охватывал практически всю Караганду. Сразу после Вечного огня автомобилисты направились в Парк Победы на юго-востоке, откуда автоколонна двинулась на дороге Майкудука и Пришахтинска. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. А мы продолжаем наш выпуск. Широко отпраздновали День Победы в Бухаджирауском районе, в поселке Кокпекте. Там по инициативе карагандинских бизнесменов для пожилых жителей был накрыт праздничный дастархан и организована концертная программа. Недавно в Кокпекте открылся единственный ресторан, и первыми его гостями стали самые пожилые люди поселка. Для них, ветеранов и тружеников тыла, был организован праздничный обед и концертная программа. Хочется поздравить наших участников войны, ветеранов с Днем Победы. Очень жаль, что их осталось очень мало, поэтому вот устроив сегодня праздник для них, мы хотим свою дань отдать, выразить благодарность. Благодаря им мы сегодня можем жить, развиваться. Благодаря им в нашей стране солнечно, красиво, люди рады. Мне хочется, чтобы наши дети, внуки и правнуки никогда не знали, что такое война. Гульмира Канарбаева – бизнес-вумен. Во многом благодаря ей поселок Кокпекты стал преображаться. По ее инициативе здесь были открыты столовая, кемпинг и баня на 80 человек. Возведенные объекты обеспечили кокпектинцев новыми рабочими местами. В планах у предпринимательницы строительство убойного цеха и коммунального рынка. В нашем поселке проживают 3000 человек, а раньше жителям некуда было пойти. Работы было мало, сейчас благодаря предпринимателям поселок стал развиваться. Они вдохнули в наш поселок жизнь, спасибо им за это. И главное, в День Победы они не забыли про наших ветеранов и организовали для них такой праздник. Собравшись за щедро накрытым дастарханом, ветераны вспоминали боевые будни Великой Отечественной, товарищей, не вернувшихся с поля брани, которые спасали не раз миллионы людей. Пожилые люди выразили огромную благодарность за оказанное им внимание. Приехавшим издалека и организовавшим для нас ветеранов такое застолье. Мы благодарны им за то, что не забывают стариков. Для нас это очень важно. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Произошел прорыв плотины Кайбасского водохранилища. На сегодняшний день проводятся работы по снижению давления воды в основном русле. На месте пробывал наш корреспондент Мейрамгуль Салкимбаева. На сегодняшний день жители населенного пункта Койбас эвакуированы в поселок Сарепту, который находится в 15 километрах отсюда. Они обеспечены пропитанием и временным жильем. Данная информация поступила 9 мая около 11 часов утра. О том, что будет наводнение, жители отделения Койбас были извещены, и многие семьи были эвакуированы в поселок Сарепту. Было извещено население, распоряжение сельского округа Кима о эвакуации населения. Население было эвакуировано в сельский округ Сарепта. Здесь 29 дворов. До 3 часов мы это справились. Были подключены и вся техника Байского района. Число эвакуированных жителей составило 117 человек. Департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с Акимом Абайского района обеспечили людей всем необходимым. Здесь все дворы были взяты под охрану, с силами сотрудников полиции. Везде нами выставлены посты, то есть организовано, скажем, круглосуточное дежурство из числа наших подразделений департамента ПЧС в самом населенном пункте Хойбас, сотрудников полиции там же. Далее на самом теле плотины, вот где в опасный участок, там выставлен пост с целью незамедлительного оповещения, если вдруг возможно прорыв произойдет. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям прорыли канал глубиной около 4 метров и шириной 3 метра для спуска воды. На данный момент проводятся работы по контролю давления воды. По их словам, причиной прорыва стало смачивание грунта и его неравномерное расположение. Потому что мы видим, вот при скрытии наблюдали, что тело плотины укреплено как каменистое,
каменистыми образованиями, так и грунтом. Вот сошедший, сошедший объем, он представлен в основном глиной, ну, то есть грунтом, обычным грунтом. А далее просматриваются в теле камни. Ну, я думаю, вот грунты смочились сильно, вот это вы вот когда снимали, это видно, что именно на уровне воды. Весь грунт, он как бы уже практически весь смочен водой. А заместитель акима Абайского района озвучил другую причину, по которой произошел прорыв в водохранилище Кайбас. Грохот, говорит, стоял. Что-то как будто кто-то что-то взрывал. Ну, мы как бы и подозреваем, или здесь рыбаки что-то под утро в оглушение рыб делали, или какие-то люди, может быть, работали по изъятию металла. То есть там на поверхности лежит сифон, труба. Но это пока версия. Естественно, это потом будем разбираться. В работе по контролю спуска воды были задействованы 57 человек и 17 единиц техники. Мы обнаружили, что произошел, скажем так, оползень, сход части грунта в основном месте, скажем так, в районе основного русла произошел сход размерами где-то 20 метров шириной на гребне дамбы около 2-3 метра, в основании где-то 6-7 метров. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Переходим к новостям спорта. С 8 по 11 мая в Центре развития бокса «Нура» прошли соревнования среди молодежи – турнир сильнейших боксеров. Чемпионат собрал лучших молодых и перспективных спортсменов со всего Казахстана. Первенство прошло в 10 весовых категориях. Самая малая – 46 килограмм, самая большая – свыше 91 килограмма. Боксеры приехали с 13 областей, отдельно выступали команды с Астаны и Алматы. Поединки были все без исключения интересны, так как собрались лучшие молодые таланты страны. Казахстан чемпион вышел. Бой был трудный, так как соперник уже является чемпионом Казахстана. Это не моя весовая категория. Раньше я выступал в другом весе, сейчас пришлось выступать в категории 49 килограмм. Но тем не менее, мне удалось победить. На такого рода стартах, конечно же, не обошлось и без высоких гостей. Это чемпион Олимпийских игр в Сиднее Ермахан Ибраимов и чемпион мира Булат Джумадилов. По итогам боксеров отберут на участие в чемпионат Азии, а также чемпионат мира, что пройдет в Таиланде. Александр Крылов, Дмитрий Оборок, Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Каждый год в нашем городе проводится турнир по тхэквондо, посвященный Дню Победы. Он является самым старейшим в Казахстане. Названия из года в год менялись, но неизменным остается одно – борьба лучших спортсменов Казахстана, Республик Средней Азии и России. Турнир, посвященный Дню Победы, проходит уже в 22-й раз и постоянно пользуется интересом у спортсменов. Здесь, так же, как и на всех соревнованиях, все по-серьезному, даются медали и кубки, соответственно, и накал борьбы тоже высок. Стоит заметить, что спортсмены, выступающие на этом турнире, еще пока юниоры в возрасте от 8 до 13 лет. Победители получат путевки в сборную страны, которая всегда выступает достаточно хорошо. Наши карагандинские спортсмены уже, ну, не хвалясь, можем сказать, что на протяжении уже более 10 лет являются базовой командой для национальной сборной среди юниоров и взрослых. Вот мы недавно вернулись с чемпионата Азии среди юниоров и взрослых в городе Душанбе, Таджикистане. И вот наша казахская команда завоевала 14 золотых, 18 серебряных и 29 бронзовых. И львиные доли медали это именно завоевали наши спортсмены. Но бои боями, а никто не забывает, ради чего организованы соревнования. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и дань памяти – это главная цель турнира. Смотря на молодых спортсменов, ветераны и сами молодеют душой. Когда молодежь увидели, им стало, знаете, ну просто интересно. Второе, вот они понимают, что благодаря их победе, вот наше поколение сейчас могут спокойно жить, работать, заниматься спортом. Пока каждый из нас будет помнить подвиги людей, проливавших кровь за свою родину, пусть даже и в формате соревнований, можно сказать, что сегодняшнее поколение не потеряно. Александр Крылов, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Ну что ж, на этой спортивной ноте наш выпуск подошел к концу. Если вы желаете сообщить интересную информацию, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои отзывы, комментарии и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон Лансдар.